Отзыв о кефире «Красная цена пятерочки». Вообще отвратительный вкус. 39 рублей выброшены просто коту под хвост. В общем, не покупайте, не рекомендую. Лучше купить чуть подороже, но гораздо вкуснее. Вот, из чего это делается, вообще непонятно. Вот, какая-то муть. Еще 900 граммов, а не литр. Не рекомендую совершенно. Калужская область, Боровский район. В общем, ужас.